Всем привет, ребят. Ну что, начинаем трешечок. 416 тысяч самоцветов. Пробуем выбить нового героя, как обычно. Не знаю, что с этого получится. Сейчас потестим, попробуем его вытащить все-таки. Не знаю, какие там шансы нам сегодня приготовили. Ну, надеюсь, мы, как обычно, успеем это сделать и не будем... Так, Рину. Надеюсь, китайка нас сегодня не разорит, как обычно это бывает. Так, увеличение, не хватает места. Так, главное не пропустить. Так, пока нет нового героя, отлично. Не будем спешить, потому что я люблю вечно потрешивать. Так, одержимый. Хранитель. Ну, как-то так себе падают. Там коллекционера сегодня нету. И сегодня никаких доп. Акций нет. Так, Купидон. Чувствую у меня, что мы сегодня на него нормально так потратимся, на этого героя. Обновление, конечно, бомбезное. Куча всего нового. Особенно таланты, руны. Таланты 9-й аремки, это просто шок. Я не знаю, это просто жесть. Так, душек. Добавляются бонусы разные, то есть это надо будет уже перевод видеть, но, блин, походу ремка опять будет в моде, если там что-то интересное добавят. Это будет просто жесть. Девятую ремку рунами сделать. Но это я смогу сделать на английском, ну и на русском, в принципе. В общем, придется опять забирать ремки, но кулаков особо нет. Так, ну что, рандомчик, давай, просыпайся. Дракос. Ну, ребята, с вас по лайку. Я надеюсь, мы это делаем не зря. Так, ПБшка. Влад Дракула, Фрэнки. По сути, мне здесь героя не надо, мне нужен только один новый герой, надеюсь, он не задонат. Так, тыква. Афинка. Бугимен. Ну, смотрите, блин, падает. Падает. Капитан Дрейк. Смертушка. Ну сколько, 30 или 40к уже, да, уже где-то 40-50 движемся пока. Пока такое себе, не знаю. Посмотрим, что будет. Опять душек. Фрея, ну падает, конечно, блин, неплохо. Хороших героев уже вытащили. Сердцеедка. Давай уже, рандомчик. О, как обычно. Сейчас сольем кучу самого, вместо того, чтобы прокачать аккаунт. Так, давайте вот так вот сделаем. Вот смотрите, как хреново падает. Люблю я так ролить. Потом самики уходят сами по себе. Самы пропадают. Надо срочно писать в ТП. Так, смотрим. Бугимен. Ну, пока нету. Вот немножко неудобно то, что задержка есть. И оно немножко заметно, что затягивается. Ну, давай нового героя. Опять Хрон, Ниндзя, Гарпия, Лео. Ну, честно говоря, в этой судьбе герои такое себе. Я бы не сказал, что они там очень мега крутые.
и капкан, но уже соточку почти мы слили, и пока не видать нового героя. Я буду ржать, если он задонат. Это будет реально смешно. Давай, рандомчик, ну давай. Че хреново падает. Самое интересное, что он спустя 2 недели будет продаваться. Рогатка. Лео. Ну, просто какой-то жесть. Люблю я эти рандомы, мне больше харит, можно было бы просто сразу так переролить все сразу, типа ва-банк. Ну давай, ну что-то шанс я вижу на нового героя, вообще печалька. Вот душики падают неплохо, и хранители. Так, укротитель. Ну давай, рандомчик, давай, 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 давай. Там Кенди, по-моему, была. Асура, не Асура, это не то, что нам надо. ПП-шка, по-моему, был. Давайте так. На ускорялке сейчас поделаем. Конечно, так неинтересно ролить, но может хоть какое-то разнообразие будет. Че, ничего нового нам не упало? Все тоже, ребят, все тоже падает. Собака. Вангую, что 400к нам не хватит на нового героя, судя с такого роллинга. Душики, блин, полным ходом сыпят. Сурик еще один. Афина, ну нафига мне ваша Афина? Дайте мне уже ее.
Блин, просто жесть. Столько самого сливается ради какого-то героя, которого будут за пак продавать. Так, ну, блин, где? Как-то чудо хотя бы там, хотя бы приблизительно посмотреть. Так, где-то здесь оно. Вот так вот, 4 иероглифа. Ну, по сути, если он появится, то у нас будет точечка. То чувство, когда ролишь в надежде, блин, непонятно на что. Просто нет, просто герои там нападали нам какие-то имбы. Ребят, 200к уже ушло. Решуем дальше. Влад Дракула. В основном все герои по 4 иероглифа. Захотел иероглифы посмотреть. Или выпадет нам иероглифом. Так, нету. Блин, хранители эти падают. Нафига мне ваши хранители? Дайте мне нового героя. Потестировать. Хочу потестировать нового героя. 11 минут роллинга. 200к просто так в никуда. И сейчас еще чувствую 200 уйдет. Еще один бугимен, офигеть. Бигфут. Атлантикор, ну спасибо. Варлоки тыквы. Башка. Ой, 3 героя было. Хрен там. Просрали мы 3 героя. Так. Просто жесть, 250к. О, есть! Неужели? Да давай уже вниз двигайся, блин. Самые идут, мы еще до сих пор ролим. Есть, ребят! 290 тысяч. Просто
Ушло с вас, ребят, куча лайков. Мы выбили имбу, наконец-то мы выбили этого героя. Просто огонь. Все, ждите обзорчика. Всем удачи, всем пока.